Американки я не люблю. Вот. Более женский, что ли. Я, в принципе, люблю как бы, тишину. Вот. И отдых. Тоже вот когда в отпуск отъезжаю, я всегда выбираю себе более тихий, не тусовочный какой-то отель, где более спокойно. Потому что мне кроме солнца и моря ничего не надо. Не нервничаю, и меня это из себя не выводит, если я даже проиграю. Потому что я играю или с друзьями, или вот с братьями, поэтому очень спокойно к этому отношусь. Мы играем обычно там на отжимание такое, там, на приседание, чтобы интересно было. После игры тоже неплохо поиграть в бильярд. Как всегда, когда просто играешь, все падает. А когда надо, чтобы упало, ничего не падает. Ничего так, цепанули кадр. Оно может пойти, как в футболе. Все получается, получается. Аж душа радуется. А бывает, вот как не пойдет, так он и не пойдет. Прямые шары не люблю, когда вот прям ровно стоят, луза в лузу. Не люблю. Что-нибудь такое, как в футболе. Простой мяч забить тяжелее, чем бывает, чем какой-то сумасшедший шедевр. А казалось бы, уже вроде деваться мячу некуда. Да, он где-то там, кочка где-то там, еще что-то, и мимо. А сам как-нибудь забьешь, и сам потом с ума сходишь. Что ты забил, что ты сотворил сейчас? А потом объяснять надо, как же он так попал туда. А как объяснишь, ударил, попал. Что было после этого, после Ньюкасла. Ну а как вот, спрашивают, я говорю, ну как вот так вот, ты вот метился туда? Я говорю, ну как туда можно метиться? Я вот бил в ворота, да, в угол, получилось так, что он попал в девятку. У меня дурачки не падают обычно.